отправляемся мы в поездку, но пока еще есть время до отъезда, снимем территорию отеля Паттайя Гарден, основной корпус, где находится ресепшн. Это вид изнутри отеля. В этом корпусе мы жили в прошлый раз, в прошлую нашу поездку. В этом живем сейчас. Рядом находится территория парковая с виллами. Пройдем туда. Людей около бассейна много, как обычно. Бассейн тут, в общем-то, неплохой. Пройдем по этой зоне. Хотя в прошлую поездку уже снимала. Но лишний раз пробежаться несложно. С обеих сторон отель окружен улицами, но территория закрытая. Посторонний с той стороны не пройдет. Уборки идут тут постоянно. Сейчас считается сезоном зимним, листья падают. Постоянно приходится подметать такие виллы здесь. Кто-то выбирает жилье такого вида. Тут и ремонтные какие-то работы, кондиционер вот разбирают, ремонтируют. Уборка пришла. Дальше можно уже, в принципе, и не ходить. Оно понятно, оно все однотипно. Вон такие укоротили, омолодили пальмы. Вон какие стволы срезанные, поспиленные стоят. В общем, там еще ряд. Здесь бунгало, виллочки. Ну и пойдем по дорожке, по внутренней пройдем. И пойдем на другую территорию. Он спил. Этой пальмы видно, она мешать уже стала. Он прям сочится влагой. Спиленное место. Тут семяночки висят, здесь еще только вот молодая зелень цветущая, там уже семена есть наверху. Ну, судя по опущенным шторам, по задвинутым шторам, большая часть номеров занята. В общем-то, отель пользуется популярностью. У туристов. Сейчас через ресепшн пройдем. Видела, сняла уже. Какие бороды семенные на пальмах висят. Это уже за территорией. Тут индийские рестораны и тусовочные места. Выйдем сейчас на территорию ресепшена и заглянем на другую часть. Здесь душ бассейновый.
соушки. Здесь происходят встречи с гидами. Массажный салон. Там находится ресторан. Впереди стоящее здание с бегущей вывеской, бегущей строкой на вывеске. Это здание без вида, так называемое. Тоже относящееся к отелю. Если кто-то покупает номера не Deluxe, которые находятся на вот этой территории, то селят сюда. Лукдот. Ну вот, за нами приехали раньше, так что потом пойдем в ту часть. Это вторая территория комплекса вилл и бунгало отеля Паттайя Гарден. На территории находится бассейн. Ну, сильно по территории я разгуливать не буду, потому что вид будет очень похожий. Но вот так случилось, что мы встретили прошлогоднюю знакомую Свету. Ох, и мотыльковый горошек прямо тут в кадр попадает. Еще совсем небольшой франджипани тут цветет. Деревце растет в горшке. Тут же и мотыльковый горошек вот вьется. О, даже повезло, и стручок есть, так что его я изыму. Может, где-то еще есть. Так вот, в прошлом году Света с сестрой Людой жили в домике вот здесь. Нет, вон там на крылечке первый домик. Сейчас она поселилась вот здесь, в этом номере. Ну и так как у нас выселение в 12 часов, а забирать будут в 2:40, то вот наши вещи перекочевали сюда. Ну, нам позволено здесь хозяйничать, так что вот, расположились мы на правах хозяев буквально. Будьте вы дома, но не забывайте, что в гостях. Значит, вот так выглядит вилла изнутри. Тут сеточки противомоскитные стоят, окошечки в две стороны. Ну, тут, может быть, вид не сильно презентабельный. Кондиционер вот такой вот огромный, работает мощно. Кровати. Но тут уж точно в одну это не превратить, кровать. Телевизор. Так, Иван, еще таблетки готовишь к выпиванию. Тут мы остатки воды принесли. В этот раз у нас излишество с водой. Шкафы, тумбы. Туалетная комната. Вот такая. Душ. Такой вот здесь. В общем, с удобством будем ждать времени выезда. Номера наши уже сданы. Так, не потерять мотыльковый горошек. Ой, чуть-чуть пройду. Тут как раз идет уборка номеров. Горничные работы, полотенца собирают. Ну, все так же, как и на той территории.
Ну вот, добро пожаловать в отель Паттайя Гарден.